Guten Tag, meine Herren und Damen. Hallo, Freunde. Сегодня на обзоре у нас будет посылка постящий регулятор. Звук есть. Давайте же ознакомимся с ним. Вот так все упаковано. Из-за того, вот такой бельт, в принципе, неплохого качества. Регулятор осанки, так как у меня вторая или третья степень сколиоза, я решил взяться за себя, 3 раза в неделю тренировки. Грудь, спина, ноги. И хочу сейчас сделать для спины очень приятно с регулятором, чтобы, вот как вы можете видеть, немного сутулись, чтобы плечи расправились вот так назад. Под лопатками после брусьев ощущается такой дискомфорт, но все в порядке. Как видите, у нас вот такой регулятор, и ну да, тут обычная такая фанерка. Так, продеваем сквозь данные штуки, но отсоединяется как-то или нет? А, да, она на липучка. Она вообще вот так все. Кстати, сейчас липучки нового типа делают вот такие, без ворсинок. И все отлично крепится. Ну, наверное, вот так, думаю. Так, прикрепляем. Раз. Второй открепляем. Продеваем. Да, потом будет легче регулировать. Так, тут я не на максимум, а вот так. Все, есть. Да, все же это низ, это вверх. И вот так продеваем. Раз, два. Так, еще немного. Да. Ощущается, но хотелось бы посильнее сделать. Да, хотя у меня есть выбор даже. А, так тут большой. Давайте до изгиба, вот. До изгиба раз, до изгиба. Так, сейчас два. Все. Хочу походить, попробовать. Поможет или нет, может, реально расправлюсь. Ну, уже гораздо лучше, но все равно как-то. Хотелось бы даже побольше. Что-то не тянет оно так, как хотелось. Давайте после изгиба сделаем. Тут также вот после изгиба вот изгиб, а мы сделаем, ну, вот так. Ну, вот это уже более-менее похоже. Ну, может, что все правильно сделал. Ну, да, но тянет подмышками, как и раньше был. Но немножко ощущается буквально. Так не скажу, что сильно. А, так оно еще и перевернуто там. Да ёп! Или не той стороной я одел.
то низ, это вверх. Все правильно. Раз. Два. Ну вот, ну чувствуется, что скрипит. Не знаю, как сзади смотрится. Ну я не знаю, так проходить, попробовать. Поможет, не поможет. Ну чувствуется, да, что тянет. Но не сильно. В принципе, походить можно. Скажу свой опыт. Да, в общем, что говорить, надо пробовать. Ну тянет сильно. За день так, ну не знаю. Мне кажется, бесполезно. Но в любом случае перепродать можно. Советую даже попробовать вам поиспользовать. Как бы плечи оно то назад зафиксирует. Но дальше что? Неизвестно. Перепродать советую. Хотя вот сейчас на видео я увидел, что я одел неправильно через лямку, теперь я одел оба через два супинатора поддержки. Вот теперь, да, ощущаю гораздо сильнее, да. Чтобы руки не сводились, ощущается все. Вот так выглядит сзади. Ну да, плечи, оно как бы назад. Контролируют. Для перепродажи посоветую так. Ну вот оно вот так смотрится. Так что загибается очень сильно свитер из-за этого. Но как супинатор. Советую попробовать. Понравился обзор? Ставь лайк. Удачи, до новых встреч. Всем пока-пока. Auf Wiedersehen. Хотя тут вот еще лямки есть, они как-то перекручены, как будто в другую сторону их. Ну да, так оно и есть. Вот так же нужно затягивать, во. Да, тут вот почти уже... Да, все. Уго. Все, ощущаю. Да, реально, руки... Не дает рукам уйти вперед слишком. В общем, после теста скажу вам обзор. Минусы. Мне кажется, что тянет слишком. Вот тут заказывал большого размера, самый большой. Оказалось, что опять не самый большой. Ну, супинатор держит. И будет держать. Если что, лямки можно поменять, но такой прибор можно самому взять. Так как сзади тут нету ни пластины, ничего, чтобы держит и держит. Вот, ребят, на данный момент с помощью супинаторов смог выгнуть еще больше. Вот просто берете вот так, получается, отлипаете и прилипаете. В общем, вот. Ну да, держит сейчас, я скажу, очень хорошо. Вот это на максимальную. Сразу нужно на максимум делать. Если максимум, тогда да. Да, чувствуется, что плечи прям назад прилегают. Вот, я стою расслабленный сейчас. Чувствуется, да, что натяг идет. Получается под рукою и к спине. Тестирую. Вот как это выглядит расслабленным. Вы скажите, ровная осанка или нет с помощью корсета? Коррекция осанки и сколиоза. Чувствую, что даже кровь начинает плохо поступать в руки из-за такой перетяжки. Это как жгут примерно устройство действует. Попробуем.
В общем, на данный момент могу сказать, что пережимать очень сильно. И руки, даже вот я не могу помыть их, потому что нужно наклоняться и вот отгибаться. Немножко послаблю сейчас себе. Вот, показывают, как это все. Ну, вот так пускай, да. Да, но оно еще неравномерно. Да. Да, все, есть. Сбоку. Вот. Что могу сказать об этом поясе на данный момент? Попробовал я его вчера целый день проносить, но не особо почувствовал, что плечи обратно оттягивают. Спасибо за просмотр. Что еще вам скажу про данный фиксатор для спины? Если вы думаете, что он вам поможет, прокачивайте свою спину, осанку получается, трапецию, вот что прокачивает. Полностью забивать нужно мышцами спину, и тогда вот этот горб будет менее выражен, голова вперед, более назад будет. Лучше прокачивать с помощью турника, брусьев, данными упражнениями, разводами, гантелей, икры, чтобы росли. Все. Данное вам советовать для перепродажи, да. Для осанки. Сами понимаете. Найн.